хорошо у них. Плотно позавтракал. Есть не хочу, пить не хочу. Вот. По пути домой я сейчас залечу еще на одну стройку. На двух я уже был. Есть у меня шкура от вчерашнего оленя осталась. Вот. И хочу я сделать себе кожаную жилетку. У меня есть кожаная жилетка в костюме в моем охотничьем. Вот. Из этой кожи я хочу сделать себе жилетку для работы по дому, в саду, в огороде моем. Она достаточно вместительная получается, прочная. Поэтому сейчас прилечу на базу и займусь этим. Пробежался я тут по гаражам, кое-что подыскал себе для хозяйства, присел отдохнуть немножко. Вот. Слышал, что вот эти заправки взрываются, если в саму колонку попасть. Но мне, честно говоря, слабо верится. Может быть, конечно, с крупного какого-то калибра и взрываются. С пистолета сейчас попробую, наверное, вряд ли. Ёлки-палки. Ничего себе я натворил. Так, надо отсюда уносить ноги, потому что на шум сейчас либо зомби сбегутся, либо бандиты. Не понял. Снова Красный Гарри был. Принес свой портфель. Я вообще не пойму, что с этим парнем происходит. Появляется, исчезает, машину бросил свою, а портфель снова в лагерь принес. Вещей его нету, только портфель. Ладно, разберемся позже. Сейчас давайте попробуем сделать кожанку. Значит, для того, чтобы нам сделать кожаное изделие, нам нужен набор для кожи, и нам нужна кожа не вот такая, как у меня есть, а обработанная кожа. Обработать кожу, продубить ее, можно, используя химикаты, которые есть в удобрениях. Вот у меня есть два полных мешка с удобрениями и есть оленья кожа. Вот сейчас я ее обработаю. Значит, получилось у меня 4 куска кожи и чуть меньше половины
мешка удобрений я использовал для этого. Вот. Теперь возьмем швейный наборчик для кожи и попробуем сделать жилет. Вот как раз на жилет, в принципе, 4 куска и будет достаточно. Ну, вот он, наш жилет. Ну-ка. Да, вот такой вот жилетик. Я его оставлю в палатке садовой. Пусть здесь лежит. Так, как делать кожаные изделия, мы уже знаем. Там у меня целый рюкзак в охотничьей палатке моей с кожей. Со всем снаряжением. Тут у меня и шляпа, и штаны, куртка, такая вот жилетка, которую я сделал, мокасины. Единственное, перчатки. Очень сложно из такой кожи делать. Перчатки это заводского производства. Они более удобные. Из такой кожи животных я не пробовал их делать. Ну и сам рюкзак, он тоже вот кожаный у нас.